В США были выбраны лучшие автомобили года. Среди легковых машин, по итогам мнений авторитетных экспертов, лидировал седан Honda Accord. В то же время лучшим кроссовером признали Volvo XC60. В США в рамках международного автосалона в Детройте были определены лучшие автомобили 2017 года. Лидером среди седанов назвали Honda Accord, пишет CBS News. Конкуренция Honda Accord составили в этом году легковые автомобили Toyota Camry и Kia Stinger. Также был выбран лучший кроссовер. Лидером оказался Volvo XC60, который опередил модели Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey. Кроме того, был определен лучший внедорожник. Наибольшее количество голосов получил Lincoln Navigator. Ранее корреспондент NET сообщал, что эксперты определили популярнейшие автомобили в Украине. По материалам сайта News.com.